Всем привет, ребят! С вами Зорк, и мы продолжаем играть в Симпсоны Hit and Run. Так, и что же нам предложит этот крот? Я прошу прощения, вы не могли бы мне помочь? Я прячусь от полиции. Если полицейские найдут меня, то сразу же бросят в тюрьму, а я не переживу еще одной ночи в тюрьме. Скажите, вам не доводилось видеть скрепленные круги? Да, точно, он упоминал соединенные круги один раз. Давайте поторопимся домой, пока полиция не закрыла двери. Поедь с шефом Вигомом до крепости. Причем тут шеф Вигом? Возвращение с края погибели называется миссия. Отвези шефа Вигома в крепость отдыха. Надеюсь, отлично. Эта машина не слишком воняет. Как грубо. Какой погром. Прости меня за это. Вернись сюда, мистер. Так, какого хрена он раньше меня поехал? Надо было одновременно ехать хотя бы. Воу! Как высоко. Конечно же, да. Иногда можно сократить дорогу. Да ну да. Да ну да да. Так, загрузка. Давай быстрее. Так, продолжить. Лучше держаться подальше от моего пути. И куда нам дальше, видеоигра? О, едет. Мчится. Так. Мы первые, ребят. Надеюсь, это не намного больше. Так, сворачиваем. Поворот. Поворот. Есть! Ничего себе, прям тормознул-то от души, от сердца. С Грампом. Поговорите с Грампом. Шикарно перевели. Дедушка, тебе что-нибудь известно о рисунках на полях? А, что? Я не могу прямо сейчас рассказать. Тебе про скрепленные кольца. У меня украли таблетки. Без них мне скоро станет плохо. Тебе не нужен судебный процесс. Я в отдел, ничего не получается. Боже мой. Боже мой. Ты ебанутый. Забери у хулиганов лекарства Грампа. Не упусти ни одного лекарства, пока есть время. Продолжим. Марч Симпсон к вашим услугам. Садись в машину, Марч. Молча садись в машину. На школьную песочницу нужно поехать, что ли? Всего за 30 секунд. Оу, это дорого. Верните, я все прощу. Майбер. Это она? Бах. Так, отлично, приехали. Давай, говори. Как ты мог пойти на кражу лекарств у старого человека? Отдай их немедленно. Мы обменялись на это с ребятами в черной машине. Посмотри, здесь есть интервью с одним человеком. Интервью с одним человеком. Садись в машину, Марч. Найди перед школой черный седан. Надеюсь, мне не придется за это платить. Фух, чуть не уезжал. Боже мой, это было так быстро. Ну и следуй за черным седаном. Видимо, из него будут выпадать лекарства, так нужные нам для жизни. Ты идиот. Смотри, без рук. Куда он поехал назад? Что за фигня? Так. Да фак. Давай, 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 давай. Лекарство, вон оно. Ты меня очень расстроил.
Да фак, чё ж с физикой-то такое? Я могла бы... Да какого хрена, я ж почти его догнал. Ну да ладно. Переиграем. Последнее время что-то много переигровок пошло. Я надеюсь, вообще к концу уже доходит игра. А может быть и нет. Блин, вы шутите, что ли, с самого начала? Вот это вот поворот. Разворот, так разворот. Так, давайте вот здесь вот поставим машину. Наилучшее место, мне кажется. Так, говори. Пропустим. Садись в машину. Сажусь в машину. Пришло время безрассудного вождения на этой машине. Самое время, да. Так, ну давай, лекарство мне скидывай. Четкий быстрый разворот. Лекарство. Какая-то румба на заднем плане играет, кстати. А, фак, фак! Ну же! Так. Фак. Да какого хрена? Там же было еще время. Мазафака, я не так далеко отъехал. Какого хрена, а? Ой-ой-ой-ой, блин. Самое бесячее, что с самого начала приходится до этой школы ехать, снова с этим говняком разговаривать. Вот пидор, а. Ну тут без мата не обойтись, ребят. Это нереально. Так. Ну говори, Нельсон, свои слова волшебные. Так, заходим. Давай сделаем это. Ты что, ослеп? Пришлите счет Гомеру. Гомеру. Ты что, лекарство-то не скинул, Василий? Так. О, вот только этой коровы Отходите, мне не хватало вот сейчас. Мне нужно взять мои... Да какого хрена? Фак! Давай быстрее! Быстрее! Да какого хрена, ребята? Ребята! Меня уж бесит. Нереально. Так, все настроились. Сейчас я пройду.
Сейчас я ее буду ломать полностью, как говорится. Боком нафиг. Бах. Что такое? Блин, а. Как ты мог пойти? Смотрите, какое небо, кстати, голубое. Облака даже летают. Я даже не замечал. Давай, ломись. Теперь я бы хотела, чтобы у меня его не было. Стуко. Стуко. Да, блин. Вполне подходит. Чего вы, собственно, дело? Предмет брошен. Давай, давай, продолжай движение. Продолжаю. Какого хрена? Вот сейчас он должен скинуть, да? Еще сразу, ничего себе. Да фак. Только этого не хватало. Да какого хрена, а? Офигенски. Так, сюда что ли? По каким-то, я не знаю, дорогам едет. Эльфийским. Так, все, задание выполнено. А, фак, нас вперед, назад, непонятно, куда ехать даже. Полегче, полегче. Так, валите, валите, валите мне срочно, срочно. Убегаю от черного седана. Шикарно. Сейчас мне от ментов придется убегать заодно. Бей, беги, бей, беги. Боже мой. Смотришь на довольно серьезного старика. Кошкин сын. Ведь очень странный мир. Так, 40 секунд. О чем ты думаешь? Задание выполнено. Да забирайте вы уж свои монеты, вонючие, а. Задолбали. Блин, 2 минуты. Фак. Fuck you, motherfucker. Ух ты, как высоко-то, а. Полигоны. Полигоны? А, она только что сказала полигоны, ну или это он. Я уж не пойму, голос у всех одинаковый на самом деле. Так что не очень-то понятно. Не распознаешь отличия. Твой сумасшедший дедушка. Вот твой сумасшедший дедушка. Дай, дай, дай. Отлично, теперь нужно как-то его разбудить. Поедьте в Квики Маркет. Эй, убери свое лицо от моего лица. Поехали в Квики Маркет. Заедьте. Вики Маркет. Причем тут заедьте? Собираем монетки. Так, что у нас там? Что это такое? Чтобы разбудить какой-то, я не знаю, спрей, что ли, что это? О, смотрите, тут грабят крота. Крот.
I know is pain. Так, ну тогда валим. Делать тут нечего. Что это такое? Опа, ролик. Может, это вернет ему память? Таблетосы какие-то. Что? Последний раз расскажи мне об этих кругах. Однажды я столкнулся с Томом Джонсом и его бандой. Один из них, кажется, у него была кличка Енот, ударил меня банджо. Я не знаю, почему Енот это сделал. Дедушка, что мне делать с этими скрепленными кругами? Ничего, на чем я остановился? Ах да, потом я... Скрепленные круги! Хорошо, хорошо. Это было очень давно. Я расскажу тебе в ретро-стиле. Чисто ретро-стиль. Насколько я помню, это было во время космического путешествия. На этой планете была старинная радиоантенна. А, планета с антенной. Это мне что-то напоминает. Думаю, я видела Баскола. Это в магазине. Точно, это было на бутылке с напитком. Может, оно и повлияло на память Барта? Страшная тайна Басколы. Сейчас мы ее разгадаем вместе с вами. Что, что за черный экран? О, наконец-то. Миссия выполнена. Страшная тайна Слёрма. Ой, Слёрма. Басколы. Слёрм же был в Футураме, и там была такая же страшная тайна, как и с Басколой, видимо. Если кто помнит вообще эту серию в Футураме. Так, едем. Далекие края. Так, зайдите в спальню Барта. Так, куда надо? Хом. Уж дед тут откуда-то взялся. Телек. А, видимо, зада дома, видимо, надо заходить. Не знаю, зачем такие трудности было создавать. Когда можно. Обычно. Ломаем все. Ломать, тушить. Шикарная идея забраться через окно в свой дом. О, Барт. Барт, тебе знаком этот дизайн? А, эта кола контролирует сознание. Они доставили тонны этой колы на своем инопланетном корабле. Они используют ее, чтобы свести жителей города с ума. Слава богу, ты ушел со своей тренировки. Мне было так скучно. Позже я иду играть. Слишком много конспирации. Мне нужно больше мощности. Я же офицер Марч. Служи и защищай, купи в комнате Барта в Спрингфилдской начальной школе или в Квикмаркете за 400 полицейский. За 400 монет полицейскую форму Мардж. Служить и защищать. И, кстати, мы можем посмотреть в близком расстоянии комнату. К сожалению, у нас баблище-то вообще никак. В близком расстоянии комнату Барта, в которой лежат разнообразные вещи с логотипом Красти и так далее. Даже Баскола видно. Так. И нам нужно заработать деньжат. Деньжат. Как же по-быстрому заработать деньжат? Надеюсь, это мне пригодится. О, альбом. А, щет! Yes. Оба хс.
Так, все, монетки собираем. Так. Уже есть 355 монет. Еще чуть-чуть, еще немножко. Светлячки летают, кстати. Кия. Не, нам нужно место, где мы сможем поднабрать большое количество монет. Ой, я сейчас как истинный ассасин... Нет, к сожалению, не смогу как истинный ассасин попрыгать на крышу дома. Не особо нигде не замечаю места, где же можно... О! Сколько монет? Всего ничего. Не должна этому радоваться. Так, еще чуть-чуть. Девочки заканчивают быстро. Всего три монетки. И все. А давайте, кстати, поближе к школе подберемся и уже... О! И там уже приобретем нужную для нас форму. Так, а сколько у нас там по времени? Уже 20 минут. Есть! Ну давайте, купим все-таки. И уже в следующей серии я начну новую миссию. Как-то так. Так. Че он здесь стоит? Здравствуйте, мистер Смайлз! Уже несколько недель они ели только жареные учебники. Ну шикарно теперь. Все, 35 золотых у нас осталось монет. Поедьте в дом Симпсонов. Ментовскую форму одели, полицейского точнее. Подберемся поближе к дому. И уже закончим на этом серию. Так. Где у нас там дом? Что-то далековато я уехал, кстати. Смотри, без рук. Я в этом не очень физрук, хорошо смотри. Разбираюсь. Жаль, скоротить нигде нельзя. Я бы сейчас скоротил дорожку. Надеюсь, они правы. Это не мой день. О. Все, давайте на этом закончим эту серию замечательную. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить пальцы вверх, подписываться на новое видео. Всем удачи, всем пока.